Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора интересной детской головоломки «Волки украли кубки» с Машей и Медведем. Давайте их найдем. Получается, дом Маши мы уже полностью, скажем так, выиграли, и сегодня начинаем обзор дома Мишки. Первый уровень. Интересно, сложный он будет или нет. Так, в прошлом обзоре я уже немножко показал первый уровень, но не проходил его. Мишка такой весь стоит, ждет, пока Маша все-таки бросит мячик. Что, говорит, что хорошо? Давай, лови. Опа, в Мишку попали, видели? Четко, прям в Мишку. Мишка, ты не убегай. Сейчас я прям в тебя кину. Вот посмотришь. Давайте вот так попробуем, уголком. Ну-ка. Ого, получилось. Так, Мишка, Мишка, Мишка. Может попробовать выбить вот этим вот круглым блоком, да, или как его? В общем, колесом. Ну-ка. Ту-дух! Эй, мимо. Мишка наш угнулся. Нет, не хочу я рекламу смотреть. Я лучше еще раз играю. Первый блин, как говорится, комом, да? Так, а что ж я сделал не так? Я все-таки зря вот так рисковал. Наверное, нужно сначала вот так вот бить. Ту-дух, отлично. Мишка так радуется прям, что ему в лоб не попало этим никаким. Ух ты. А, все, вылетел. Еще бы немного и не вылетел. Я думал, верхний кубок упал. Но верхний, получается, я в последнюю очередь бью, хотя обычно сначала начинаю с верхнего. Оп. Все, Мишка, молодец. И Маша довольна, и Мишка доволен. Да, это ж Мишкины кубки, да, а не Машины. То есть мы помогаем Мишке. Опа, а это что-то? Волки. Смотрите, волки, скорее всего, крадут наши мячики, да? А давайте попробуем. Чисто так вот, смотрите. Прям в лоб ему, да? О, ух ты! Может еще раз? А давайте в другого. Опа! Вот это да, я же думал, что что-то должно измениться. Тух, все кубки зато завалил. Ну, правда, не выбил. Это уже интереснее становится, да? Не плачь, Маша, я просто ознакомился с уровнем. Сейчас все будет, вот посмотришь. Давайте начнем с самого верхнего. Это я просто так прикалывался, узнавал, что делают волки. Хотя, в принципе, все было и так понятно. Но на всякий случай я решил. А, наверняка уже, да? Так, чтоб... Наверное, нижний нужно выбить. Волки уже в открытую, да, бразеют. Прямо возле Мишки там сидят такие, не боятся, что он их накажет. Нужно им как-то урок преподать. Ну, для начала кубки все свои вернем, а потом уже будем уроки преподавать. Отправим их 1 сентября в школу, да, этих волков. Так, уровень номер 3. Ух ты, а где волки? Что, испугались? Мои мсти. Вот это да, вот это уровень, слушайте, мне уже страшно. А как же быть-то? Это опять нужно везение, как я обычно говорю, да? То есть нужно, чтобы очень круто повезло. Но сначала верхний кубок попробую выбить. А теперь, наверное, нужно бить вот сюда, вот в красный блок. Мне так кажется почему-то. Ту-дух! Смотрите-ка, кубки, ну да, они, конечно, далеко полетели. Но не настолько, как мне хотелось бы. Может, получится все-таки как-то один в один. А, и вообще мимо. Мазила. А жаль. Все-таки что-то мне подсказывает, что нужно... они вообще по центру стоят. Бить в этот красный блок. Вот не знаю, что мне это подсказывает. Ну, как-то, как-то. Ух ты! Вы видели, кубок я выбил один. Вот это уже классно. Я же говорю, должна повезти. Но дело в том, что вот этот кубок второй лежит немного неправильно. Если я его сейчас выбью, то я пройду этот уровень. Ну, вы видели. Он немного не долетел. А, долетел! Получается, он толкнул другой кубок, тот долетел. А я уже было расстроился. Ай! Неправильно. Как же мне тут кубок выбить последний? А, вот, какое-то там окошко есть, типа, да?
Надеюсь, я не промажу. Я себе это не прощу. Фу, есть, 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 есть. Тяжелый был уровень, честно. Вы сами все видели. Так, можно идти дальше. Опять волки, вот они. Так, стоп, был похожий уровень, да, с волками? Только теперь нас просто с другой стороны как-то выставили. Разок. А, дело в том, что волки ж могут, наверное, и кубки ловить, а не только этот, видели? Да, точно, они не только могут мячики ловить, но и кубки. То есть нужно еще так бить, чтобы, ну, кубки не летели потом в волков. Вот так вот уже. Там, наверное, были выше, стояли в том уровне, ну, во втором или каком, кубки. А здесь они уже пониже, поэтому нужно четко все распределять. Ну, этот понятно, да? Мы выбиваем. Прям мишка его ловит. Этот, наверное, тоже. Только нужно вот так как-то его бить, чтобы он в волка не попал. Опять в волка попал, ну вы видели. Я порой удивляюсь. Как может быть так траектория неправильно подобрана? Или это все-таки... А, вот и есть. А этот... Может, с этой стороны вот так как-то... Смотрите. Там, правда, я могу в кубик попасть. Могу и не попасть. Фух, наконец-то. Это был легкий уровень, но я его почему-то так тяжело проходил. Это что, я не знаю, даже четвертый всего лишь, да, по счету. 12 у нас кубков. Из 60. Ого. Тут вот волки, нужно с ними быть... аккуратными, ага, все, я понял. Смотрите. Во-первых, нужно очень ровно бить, чтобы не пошатать эти кубики. Иначе потом придется плохо. Ух ты! Смотрите, как я один выбил туда в сторону. Фактически, он, считайте, уже выбился, да? А, дело в том, что тут волк, смотрите, кубок зажал. Не получится его выбить так. Ой-ой-ой. А может как-то все-таки выйдет? Не. Не-не-не-не-не, видите, что случилось? Кубок там завалился. Да, ну, в общем, я уже не буду ничего пытаться, это бесполезно. Ну, хотя, как сказать, были бы мячики, я бы все-таки выбил бы. Вот такие непростые уровни сегодня у нас. Ого, смотрите, что это такое, почему они завалились? Так нечестно, а ну еще раз. О, а сейчас не завалились. Это вообще какой-то прикол уже. Один есть. Может, все-таки пробовать как-то отсюда. Но я сомневаюсь, что получится. Там волк мешает. Наверное, нужно все-таки, может, как-то бить вот так. Или нужно вообще первым... Ну, улети, вы видели? Тот кубок улетел. И теперь вот у меня остался один. Ладно, в него просто попасть. С этой стороны скажут, наверное, нельзя. Нет, можно. Ну, Маша, пожалуйста. Маша, как ты могла? Ну, это ж вообще. Ну, с такого ракурса, конечно, тяжело попадать. Видно, траектория немного меняется визуально. Ого, сразу все попадало. Ух ты, там второй чуть не вылетел. Нужно... постараться. Ух ты, второй все-таки вылетел, смотрите. Теперь остался вот один кубок. Мне по нему просто нужно попасть ровно. Ну, пожалуйста, попади, Маша. Молодец, слушайте, молодец, Маша. Волки остались с усами. А мы остались со своими кубками тремя. Ой-ой-ой, это что такое? Так, ну а здесь получается... Наверное, нужно как в предыдущем уровне, так вот в наглую бить по центру. Ха-ха! Я думал, сейчас все три улетят, честно. Так все это классно выглядело. Так, ну-ка. Ага, как быть здесь? Так, все же хорошо начинается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Маш, не говори, что у тебя не получится. Один. Такие предыдущие уровни были сложные, что я просто... Ой-ой-ой-ой, вы это видели? Как можно было промахнуться? Да уж.
Все равно я считаю, это намного легче уровень, чем предыдущие. Так, еще одна попытка. А, они ж по-другому стоят, блин, я не с той стороны начал. Зато кубок улетел один. Это то, что остальные-то сейчас уже... Нет, вылетел. Прикольно. Называется, мы не ищем легких путей. Ну, этот не вылетит никак. Да. К сожалению. Ну, уже лучше, чем предыдущий. Так. Нужно же отсюда начинать. Только ровненько вот так, чтобы прям в мишку летели. Ту-дух! Ну! Так, смотрите, что творится. Прям на линии это называется упал, да? А ну-ка. О! О! Одним ударом три кубка. Такое, наверное, первый раз. Ну, в смысле, не первым мячиком. А, у меня же еще один мячик есть, я могу что угодно делать, да? То есть не первым мячиком, вторым, но именно вот одним касанием три кубка улетело. Это было круто, реально. Идем дальше. Ого. Так, а что здесь сложного? Неужели это опять легкий уровень? А ну-ка. Раз. Я уже просто не верю. Такие... А, вот здесь, наверное, сложно будет, да? Ладно. А ну-ка, может, как-то так вот попробовать. Нам нужно сначала... Улетел, отлично. С этим, я думаю, проблем не должно быть. Как вы думаете? С верхним. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну, давай, 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 Маша. Хорошенько прицелься. Умничка, слушай, умничка. Сегодня, по-моему, с первого раза я вообще ничего не проходил. Раза с десятого, как минимум. Это был седьмой уровень, переходим к восьмому. Так, стоит бычок, шатается. Раз, два, три. Попробую прям так его в наглую сейчас выбить, этот нижний. Получилось. То же самое верхний. Проблем, я не думаю, что возникнет, да? Ух ты, как он улетел. Главное, чтобы не засыпал вот этот кубок ничем. Я думаю, тоже не должно проблем быть. Главное, чтобы волков не было вокруг, да? О, все, супер. Два уровня подряд с первого раза. Это, конечно, что-то новенькое в Мишкином доме. Так, а это у нас, по идее, 10 уровень. Опять волки, да? И... Точно 10? Я просто не... Этот... Не считал. Два. И этот просто нужно так вот в наглую толкнуть. Ай, нет, не получилось наглую. Ну, не всегда же с первого раза проходить. Так, нужно теперь внимательно посмотреть. Что же здесь такое? Ага, может нужно вот так вот опять делать. Смотрите-ка. Опа! Я думаю, они все улетят к мишке. Честно, такое ощущение было. Так это все выглядело здорово со стороны. Не-не-не-не, не то. Нужно, получается... Может в оранжевый бить, а не в красный. Оранжевый пониже-то стоит. Ну-ка. Чтоб именно одним ударом два кубка. Раз. Хорошо. Теперь, смотри, теперь фиолетовый. Ай, нет. Почему ж так слабо? Мошенцы. Не, не то, не то, не то. Может как-то поверху так попробовать. Ой-ой-ой, вы это видели? Он реально улетел. Как такое могло быть, я не знаю. Ну, теперь вопрос другой, как выбить остальные. Но этот понятно, с этим проблем быть не должно. Ух ты, как он полетел криво. Вот теперь с этим. Это, конечно, жесть. Может вот так вот его выбить. Там оранжевый может помешать блок. Но он не помешал. Супер! Есть, 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 есть. Это было тяжело сегодня. Это было реально тяжело. Я не представляю, что... А, это еще 9-й уровень, это не 10-й. Ух ты, я не представляю, что там будет в третьей локации. Так, а здесь, наверное, я... Что? Даже не знаю, что. Ха. Какой-то скворечник.
Ну-ка. А, я видел, он чуть-чуть не долетел. Этот кубок. О, и это тоже чуть не долетел. Да что ж такое? Ну да, 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 чуть-чуть не то. Может, все-таки с этой стороны попробовать? Я сомневаюсь, что что-то получится. Да, чуть-чуть не долетело. Видите, совсем чуть-чуть. Там все так на кубок наклонилось, что как его выбить? Да. Сейчас вся конструкция упала б. Надо как-то просто со всей силы. Маш, ты кашу ела вообще? Мишка варил тебе кашу? О, кубок один вылетел, смотрите. Дело в том, что засыпал остальное все вот это вот. Как теперь его выбить, я не знаю. Нет, не получится выбить. Не. Да. Это я хорошо придумал, конечно, но... Как же... О, два кубка, вы видели? И конструкция осталась целая. Ну, относительно. Фактически мне теперь можно попробовать с этой стороны выбить. Вот так вот. О, все. Еще один шарик даже остался. Мячик. Класс. Это еще раз подтверждаю, что нужно пробовать, пробовать, пробовать. И все получится. Ура, ура, ура. Так, половину этой локации мы уже прошли сегодня. Вот 10 уровень, да? Поэтому вторую часть я оставляю на следующий обзор. Надеюсь, вам нравится эта игра и наше прохождение. Поддержите это видео своими лайками и подписывайтесь. Пока-пока, до новых встреч!